Плоскостопие – довольно распространенное заболевание опорно-двигательного аппарата. По статистике, им страдают от 40 до 60% населения Земли. У детей плоскостопие развивается на фоне врожденной слабости мышц и связок стопы. Однако существуют два вида плоскостопия – физиологическое и статическое. Физиологическое проявляется у детей в возрасте до 3 лет. Эта форма лечения не требует. При правильном развитии свод стопы нормализуется к 5-6 годам жизни ребенка. Статическое плоскостопие развивается по причинам связочно-мышечной недостаточности, врожденной слабости связок, раннего вставания ребенка на ноги, увеличение массы тела. Первые годы жизни малыша являются наиболее благоприятными для профилактики плоскостопия с помощью массажа и лечебной гимнастики. Ею и решили заняться в детском саду номер 65 «Колосок». Здесь организовали детско-родительский клуб «Здоровые ножки». В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного воспитания предусмотрена проектная деятельность. Наше дошкольное учреждение решило поучаствовать в данном проекте в конкурсе проектов корпоративной программы компании «Металл Инвест» «Здоровый ребенок». И мы стали участниками, успешно выиграли грант на сумму 51 тысяча рублей в номинации «Марафон здоровья». Безусловно, мы считаем, что данный проект позволяет нам реализовывать свои цели и задачи, направленные на оздоровление детей. И участие в данном проекте – это своего рода оказанная честь, с которой мы, конечно, я думаю, справимся полностью. Дарья Титаренко вместе с дочерью Машей с удовольствием посещает занятия. Мамы делают малышам расслабляющий массаж стоп. Затем вместе отправляются по волшебным тропкам здоровья. Массажные коврики в форме кочек, пешеходных дорожек, пазлов, приобретенные на средства гранта, эффективные профилактические средства в борьбе с плоскостопием. Мы очень рады, что в нашем детском саду открыт такой проект. Дети с удовольствием ходят заниматься, так как занятия проходят в увлекательной форме. Воспитатели предоставляют обширную информацию по профилактике плоскостопия, которую мы можем применять не только здесь, но и также дома. Для домашних тренировок отлично подойдет упражнение «Стирка». При помощи пальчиков ног малышам нужно собрать платочки в корзину. Для массажа лучше всего использовать специальные мячи разных диаметров. С простейшими массажерами можно всей семьей строить воображаемый мост, перекатывая их друг к другу. Словом, вариантов полезных игр множество, и их активно используют в клубе «Здоровые ножки». На этапе запуска проекта на средства гранта был закуплен плантограф. Он поможет отследить эффективность профилактической методики. В начале проекта, в сентябре месяце, мы сделали детям данной группы всем снимки. Мы сотрудничаем с доктором, ортопед, травматолог Лукин Алексей Владимирович, который нам помогает отслеживать. И мы в конце проекта, это в мае месяце, мы сделаем повторный снимок, и мы увидим результат нашей деятельности. Малыши ежедневно занимаются с массажерами. В системности подхода кроется успех, уверены авторы проекта. Родителям, посещающим занятия, помогают памятки с профилактическими советами. Врачи и педагоги единогласны. Лечение заболевания – задача потруднее, нежели его предупреждение. Именно поэтому так важна профилактика. Массажи, упражнения, элементарное информирование о рисках развития плоскостопия у детей. Как раз в этом и помогает клуб «Здоровые ножки».